Уважаемые дамы и господа, вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Вашему вниманию в раздел «Новости» храм в деревне Новоселки, Александровский район, Владимирская область, 115-120 километров от МКАД как по Ярославскому, так и по Щелковскому шоссе, где у нас находится 30 соток с баней, с теплицей, с беседкой за 700 тысяч рублей. Ну, в общем-то, на данный момент это просто снимаю видео для того, чтобы понимали, где у нас какие церкви. Ваше внимание, храм со стороны внутренней стороны деревни. То есть его пытаются восстанавливать, видим мы с вами купола новые, кресты. Вот, то есть он в таком у нас первозданном виде. Красный кирпич, толстенные стены. Это деревня Новоселка, Александровский район, Владимирская область, Андреевское сельское поселение. Просьба не путать с Новоселкой, которая находится рядом с деревней Бакшеево. Это разные вещи. То есть у нас тут есть несколько деревень одноименных в разных местах находится. Данное видео относится к разделу «Новости». Старинный храм в деревне Новоселка, Александровский район, Владимирская область. Рядом с селом Андреевское, 120-115 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо. Благополучие».